Неделя медленно, но верно подходит к своему логическому завершению. Новости шоу-бизнеса только начались, и вы пока ничего не пропустили. Я, Дмитрий Шок, представлю вашему вниманию нечто очень интересное. Заинтриговал? Ты увидишь это первым. Дочь Анджелины Джоли хочет быть мальчиком. Рома Желудь сделал татушку. Лана Дел Рей обнажилась. Кэти Перри помолвлена. Риана не боится экспериментов со стилем, и она вновь доказала это. Звезда распрощалась со своими длинными вьющимися локонами до поясницы и подстриглась под мальчика. Видимо, ради того, чтобы произвести фурор на прошедшей церемонии MTV Video Music Awards 2012. Фурор с помощью творчества, а не внешности. Так сможете? Поведение Кэти Перри вводит ее поклонников в заблуждение. Только недавно певица рассталась с Джоном Майером, как ее уже снова видят в его компании. В последний раз пара была замечена на выходе из ресторана. На безымянном пальце Кэти сиял внушительный бриллиант. Давай так, оставь себе внушительный бриллиант, брось своих мужиков чертям собачьим. Нам нужны твои синие локоны и сумасшедшие песни. На днях в Лондоне состоялось одно из крупнейших светских событий года – церемония журнала GQ. Единственной женской наградой на сугубо мужской церемонии стал приз в номинации «Женщина года». Почетный трофей был вручен звезде инди-попа Лане Дел Рей. Сразу после в сети были опубликованы снимки из нового выпуска GQ, обложку которого украсила обнажившаяся Дел Рей. Вот он, шоу-бизнес! Ничего просто так не бывает! Надо отработать награду! Разделась? Молодец! А за следующую статуэтку что будешь делать? Интернет-звезда и начинающий певец Рома Желудь решил выразить признание своему западному кумиру Джастину Биберу. Рома набил себе на бедре название последнего хита Бибера «As Long As You Love Me». Смотрите на мою новую тату! Думаю, я первый парень в России с татуировкой, посвященной Джастину. Подписал фотографию Желудь. Ждем татушку с названием последнего хита Ромы на теле Бибера. Я не игрушка для тебя. Прикольно получится. На днях главная дива R&B Бейонсе отметила свой 31-й день рождения. Звезда, как это и положено, получила множество теплых поздравлений. День рождения прошел в этом году довольно тихо. Звезда скрылась от бурных вечеринок на своей роскошной яхте, где отдыхала вместе с мужем Джей-Зи и маленькой дочкой Блу Айви Картер. Я бы тоже провел свой день рождения довольно тихо. На роскошной яхте. Да что уж тут, с ее мужем! Башлёвый чувак! Примерный семьянин и отец четверых детей. Григорий Лепс на один день оказался в объятиях чужой жены. Как, когда, где? На съемках клипа на новую песню «Водопадом». Ради нового видео киношники арендовали скандально известный замок барона, превратив полуразрушенное здание в съемочный павильон. В кадре потертые серые стены, люстра с паутиной, немытая посуда, и Григорий Лепс поет о несчастной любви. Новое видео обещает быть более чем откровенным. Дубль за дублем Григорий Лепс все сильнее вживался в роль влюбленного. Режиссером клипа стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Съемочный процесс длился 14 часов, а вот монтаж видео почему-то затянулся аж на 4 месяца. Интересно, что из этого вышло? Может быть, что-то шедевральное? Судить только вам! Новое видео Лепса уже в эфире лучшего музыкального. Шестилетняя Шайло, дочь семейки Джоли, Пит, растет крайне необычной девочкой. По всем внешним признакам она явно хочет быть мальчиком и не стесняется этого выражать. Недавно, во время одного из семейных ужинов в ресторане, Шайло устроила истерику. Причина – мама Анджелина не разрешила ей сходить в мужской туалет. Вот подрастет и поймет, что в мужской туалет тоже можно пробиться. Правда, сначала придется несколько раз посетить пластического хирурга. Вуаля, и ты мальчик. Не так быстро, конечно, но все же. А вот наши новости можно найти ну очень быстро. Заходите в группу Музон на facebook.com. Залетайте к нам
твиттер. И будьте в курсе, Дмитрий Шок был здесь, и вот уже исчезаю. Мега замечательного и супер потрясного настроения вам, мои дорогие. Пока!